что договариваться? Что вы сейчас начинаете? Давайте. На данный момент. Гуляние в море синее, там плывут, плывут кабуну, там гуляние в море синее, между удачей да малая чирка. И про Валю, и про Настю Титову, и про Василису, и про Лизу, что я всем очень-очень сильно благодарна за то, что они были в этом коллективе, и вам, сестры Ерёмины, и Насте Капитоновой, что вы были в этом коллективе, и что благодаря вам мы создали то, что мы создали. Мы нашли свой стиль, мы нашли свое лицо. Здесь ваш вклад очень большой. Я хочу, чтобы вы все громко сказали им спасибо! Я хочу поблагодарить инструментальный состав, который уже как теремок существует, но они существуют как замечательные люди, как замечательные музыканты, вот, и как замечательные, вот, и я думаю, что они еще откроют себя в музыке и найдут свое лицо и свой смысл в жизни и в музыке. Ваш праздник, за то, что вы занимаетесь, стараетесь. Мы тут подрались первый раз на занятии, так что все понимаем. Вот, так что... Так что все, так сказать, вот та атмосфера, которая создается, она все равно завлекает всех за Таня белая, все румяная, ой, лёлиша, лилелё. Да, все румяная, чернобровая, ой, лёлиша, лилелё. Да, чернобровая, черноглазая, ой, лёлиша, лилелё. Да, выдела танцы небо нашему, ой, лёлиша, лилелё. Часы теремка уже идут. Да, часы теремка уже идут, но это такие волшебные часы, которые должны накапливать впечатление. Тут есть такая дырочка, в которую вот нужно вкладывать. Вот, например, вы будете путешествовать, выступать, вот вы... Ну, например, сегодняшний вечер тоже может быть там либо открыточкой, либо записочкой, либо можно кусочек сахара положить. Вот какие-то впечатления на каких-то полях. Вот я вам пшеницу положила, да, может, на каких-то полях я ступать, где-то в каких-то странах. И маленький кусочек, маленькое впечатление вы должны привезти и положить в эти волшебные часы. Сахар, если что-то, он сохранит. Да, сахар, Ванга тоже по сахару предсказывала. Все, можно, когда ничего нет, можно вот положить сахар. И потом когда-нибудь, да, может быть, когда вам кому-то будет плохо, какое-то горе, можно засунуть сюда руку, взять кусочек счастья, какое-то маленькое впечатление, вылечиться. Ну, вот такое символическое. Спасибо. Да. Я с днём рождения.
бы встала. Конечно, вы есть. Но я восхищаюсь Анной Викторовной. Человек, у которого не просто голова, а там еще мозги, а там еще творчество, а там красота духовная и душевная. Я не знаю, что было бы, но вот Анну Викторовну, виват ей, вот честное слово. 4 года, смотрите. 4 написано. 4 года. Анна Викторовна, ты сейчас похожа на этот возраст. Такое удивление было в глазах. Желание загадывать. Так, загадывайте, я за всех задую. Давайте, считаем до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тот мир, который те связи. Мы сами создаем, и то счастье, которое окружает. И я советую, как бы, я желаю вам, чтобы вокруг вас вот всегда было это поле радости, чтобы вы аккумулировали его, научились его аккумулировать, и чтобы вокруг вас к вам притягивались люди, чтобы да, и только добро к вам приставало. Спасибо. Какая же моральная женщина в наше тяжелое время не имеет мужа? Хоть гражданин долгов и является талантливым дирижером, но почему-то все время стоит к людям спиной. То ли боится чего, то ли прячет что. И хоть вы, Анна Викторовна, и отдаете ему свое драгоценное время и красоту, ой... Но оставьте им для меня кусочек нежности и вдохновения вашего благородного сердца. Я
поблагодарить наших малышек, самых маленьких. От себя хочу пожелать вам целеустремленности, усидчивости, впитывайте все знания, которые вам дают в теремке. Вот. Храните русскую культуру, вы будущие актеры, можно сказать, певцы. Вот. Артисты. Вот. Удачи вам и всего хорошего. Да, это смарт. Организатору всего этого терпения. Вот. Учусь терпению, учусь. Изо всех сил. Вот. Так что. Спасибо вам. Я вас всех люблю. Вот. Я вас всех люблю.